В этом году 29-ю годовщину образования спецназа ФСИН России в Твери отметили не только взрослые, но и дети. В честь памятной даты свои двери распахнула база подготовки специального отряда «РЫС». Заглянуть в кулуары элитного подразделения отправилась и наша съемочная группа. Пока папы не начали тренировку, в зале творится маленький хаос. Кто-то играет в догонялки, а кто-то просто валяется на ковриках. Сегодня, пока дети на работе у родителей, сотрудники «РЫСИ» позволили себе некий выходной. Первый день за многие месяцы без тренировок и физической нагрузки. Хотя показательные бои все-таки были. На тренировке сотрудники спецподразделения ходят строго в отведенное время. Свою физическую форму необходимо поддерживать каждый день. Бойцы занимаются, согласно расписанию, служебной боеподготовкой, постоянно оттачивают свое мастерство, проводятся стрельбы, тренировки в спортзале, отрабатывают различные тактические мероприятия, действия при освобождении заложников, различные варианты. То есть занимаются боевой служебной подготовкой. Рукопашный бой, элементы восточных единоборств, самооборона против соперника с холодным оружием. Бойцы спецподразделения считаются по праву одним из самых профессиональных отрядов ФСИН России. Можно сказать, ребята впервые видят своих пап такими собранными и мужественными. И кто-то тут же старается скопировать манеру ведения боя, ну хотя бы отработать мягкое падение. Сегодня для них открыты все двери, хоть в спортзал, хоть в БТР. Тем более, когда еще можно увидеть военную технику так близко, да еще и забраться в нее? Некоторые, побывав на территории базы всего несколько часов, уже начинают задумываться о возможной военной карьере. Например, Максим. Сегодня он пришел посмотреть на людей, о которых так много слышал от отца. Отец много всего рассказывал, особо он ездил на всякие выезды в Чечню, в Грозный, показывал записи с видеосъемок, как у них все проходило. Рассказывал мне что связано тоже было с этим отрядом. Служба в спецназе – это ответственная миссия. Каждый боец знает, насколько важно выполнить поставленные боевые задачи. Нас учат защищать, чтобы мы в любой момент могли приехать, сделать свою работу быстро, качественно и с наименьшими какими-то последствиями для обычных людей. И чтобы не было промашек, ведь промашка – это значит, может, чья-то жизнь. На вооружении бойцов отряда несколько видов спецтехники, десятки видов оружия, вплоть до гранатометов. В день открытых дверей все желающие смогли подержать автоматы, пистолеты и почувствовать, что значит быть настоящим защитником Отечества.